Исламский информационный портал islam.ru. По милости Аллаха, мы дожили до начала трех священных месяцев – Раджаба, Шаабана и Рамадана. Месяцев, когда следует проявить усердие в достижении главной жизненной цели – обретения довольствия Всевышнего. Эти три особенных месяца счастья, которые дают бесценный шанс каждому из нас изменить свою жизнь и обрести гармонию души. Предлагаем вашему вниманию дуа из сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которая читает при наступлении месяца Раджаб. Аллахумма барик лана фи Раджаб, ва Шаабан, ва баллигна Рамадан. О Аллах, сделай для нас благими и благословенными месяца Раджаб и Шаабан, и помоги нам достичь месяца Рамадан. Имам Ахмад в своем сборнике хадисов передает от Анаса бин Малика, что посланник Божий, саллиллаху алейхи вассалям, читал эту дуа при наступлении священного месяца Раджаб. Следует иметь в виду, что месяц Раджаб входит в число четырех запретных месяцев. Грех, совершенный в эти месяцы, тяжелее того, что совершен в иной период. В то же время воздаяние за совершенные эти месяцы, благие поступки, также увеличиваются. Поэтому следует стремиться к увеличению багажа благих дел. В месяц Раджаб побольше поститесь, читайте Коран, совершайте намазы, помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Посещайте родных и близких, братьев по вере. И да примет Господь все наши благие деяния и воздаст за них многократно. Амин. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарии и нажать на колокольчик.